Приветствуем участников боя. Синий угол ринга. Боксер из Москвы. Аркадий Арутюнян. Красный угол ринга, боксер из Климовска, Андрей Климов. Представляем участников шестираундного боя первого полусредней вести. Синий угол ринга, боксеру 35 лет, рост 173 сантиметра, вес 66 килограммов, 600 граммов. Проводит свой 12-й профессиональный поединок. Уроженец Армении, из Москвы, Аркадий Арутюнян. Красный угол ринга, боксеру 37 лет, рост 174 сантиметра, вес 62 килограмма, 800 граммов. Профессиональный рекорд. 25 боев, 20 побед из них, 10 нокаутов при 5 поражениях. Чемпион России в легком весе. Чемпион США WBC в легком весе. IBF Intercontinental в легком весе. И WBO Intercontinental во втором полулегком весе. Из Климовска Андрей Климов. Рефери в ринге Сергей Летунов. Следующий поединок у нас в весовой категории до 63 килограмм, шестираундовый бой. Первый. Андрей Климов, красного угла, и Аркадий Арутюнян, боксер в синем углу. Интересно представили нам Андрея Климова, который такой ветеран, 30 такой, поединков да. провел, является чемпионом России, чемпионом США по боксу. 25 побед, 5 поражений, и соперник Аркадий Арутюнян, 3 победы, 8 поражений. Джеба начинает Арутюнян. Также джебом пытается провести разведку Андрей. Вторым номером работает Аркадий. Она достаточно технично, боксеры начали свой поединок. Спокойно. Видно, достаточно опытные. Никаких лишних движений. Пытается хорошо корпус. Хорошо работает по корпусу, да? Андрей проработает, да. Хорошо на ножках, сдвоенный джеб подходит. Правобоковой. Через ручку. Который не доходит до цели. Попытался правый. Аркадия Арутюняна. Правобоковой Климов попадает. Ну, что хочу сказать. Андрей неплохо чувствует дистанцию и... Пытается раскрыть своего соперника. Много двигается. Пока лишних ударов не наносит. Немного чуть-чуть сумбурно работает Аркадий Арутюнян. Но это видно, что готов. Да, сейчас. Готов. Первый раунд не вкладывается. Впереди еще 5 раундов. Клинч наносит обоюдно удары боксера. Такой размен такой, да? Да, очень спокойно Андрей Климов работает, двигается. Никаких лишних хорошо по корпусу действий, да. Попадает у нас Аркадий. Но никогда нельзя расслабляться. Иногда нужно, вот, да, всегда быть. Когда ничего. Работаешь так слишком спокойно, можно выхватить удар. Всегда нужно быть... Вот левый во прямой. Внимание, так сказать. Да, Арутюняна доходит до цели.
Немного волнуется Аркадий Арутюнян в первом раунде. Нужно немножко успокоиться. Сумбурно немножко работает, все делает правильно, но немного суетливо. Нужно чуть-чуть поспокойнее. Климов более спокоен. Проваливает Климов Арутюняна. Хорошо попадает. Взрыв от Аркадия. Немного не почувствовал дистанцию, не дошли до цели. И заканчивается первый раунд. Ну, неплохо. Неплохо отбоксировали ребята. Рассматривали друг друга. Привыкали, чувствовали джебами. Дистанцию. Оба боксера на наших экранах. Аркадий Арутюнян. Лучшие моменты мы видим. Попадание джебом от Арутюняна. Достойно отработал Арутюнян. И видно было, что хоть немного суетился, но... Вот ушел, да? Все делал грамотно. Но без удара. Уважаемые друзья, хочу напомнить, рядом со мной вот такая великолепная, красивая девушка, это Анна Левина, которая является чемпионкой мира по боксу среди профессионалов. Помогает мне сегодня комментировать и наблюдать вот с такими зрелищными боксерскими поединками. Возвращаемся в ринг. Повторюсь, Андрей Климов, боксер красного угла, против Аркадия Арутюняна, синего угла. Поддавливает Климов. Так же, как и в первом раунде, работает джебом. Что-то хочется поменять. Вот великолепно. Взрывная атака от Арутюняна. Да, вот такими моментами он пытается, наверное, работать, выманивая соперника на себя и взрывами комбинационно работать в атаке. Но Климов все чувствует. Право-боковой. Хорошо. Потряс Андрея. Мы видим, что Андрей не ожидал. Пропустил такой удар. И это нокдаун. Уважаемые друзья, это нокаут. Да. Очень неожиданно. Аркадий Арутюнян четко наносит удар. И один удар решает исход поединка. Опытный Андрей Климов повержен. Правый боковой – это Аркадий Арутюняна. Многие не ожидали, но вот такой, запоминайте, Аркадий Арутюнян. Вот такой у нас боксер. Все сделал правильно, все сделал грамотно. Вынашивал он этот правый боковой и донес до цели. Анна, что вы скажете про этот удар? А? Быстрее восстановиться Андрею и, конечно, дальнейших побед Аркадию Арутюняну.